10% от максимальной мощности. Спутник Велла-3 засек излучение Хокинга на расстоянии 1,2 АЕ. Данные телеметрии указывают на формирование белой звезды. Печально, друзья. Проникнуть и отключить защитную батарею цефов. Я, в общем-то, готов. А глава у нас называется всего лишь человек. Здесь спокойно. Да, все должно быть в порядке. Что здесь нам дают? DSG-1. Модулей модернизации на костюма я не нахожу. Здорово. Это командование Вино. Мы приняли твое сообщение. Думаю, мы сможем помочь. Сопротивление цефов... А, черт, оглянись вокруг, это же сраный цирк! Командование Вино. Буду краток. Я уничтожу этих цефских 3А. Любая помощь приветствуется. В противном случае не мешайте. Понял, пророк. Наши СВВТ тебя прикроют, если ты расчистишь центр. Попробуем вот такую дальнюю цель сейчас свалить. Посмотрим. Да, слушайте, убивает, причем неплохо. Так, пока вот этот стоит. Эй, отвернулся. Сейчас подождем, когда они остановятся. Отлично. Это было смертельно для него. Попробую сейчас засадить бочку. Блин, не получилось. Однако же. Слушайте, ну он даже ни капельки и не насторожился. Блин, черт подери, почему не получается? Все, видит, да? Запалили. Ну, надо было маскировки. Я не думал, что у них настолько отличное зрение. Блин, почему же там бочку не получилось? Да чтоб тебя! Только отпустил кнопку мыши, и все, он сразу куда-то делся. Так, там, смотрите, турелька у нас стоит с вами. Сейчас посмотрим. Может быть, здесь удастся его на что-нибудь подловить. Так, дружище, давай становись прямо туда и высматривай меня. Ну вот и получи. Получи стрелу. Так, а с этими, я думаю, надо поступить попроще как-нибудь. Нам, кстати, вот к куполу надо тоже добраться, мне кажется. Поэтому придется обойти. Уж извините, одна стрела у нас еще найдет своего противника. Ага! Меня видят. Там дело в том, что я увидел трос, по которому мы сможем переместиться вот сюда, на этот, скажем так, островок. И, дорогие друзья, что тут? Что тут? Стрелы можно. Раз, два, три, четыре. Ну, короче, дофигища здесь стрел. Можно будет повторно использовать, если, конечно, с вами еще не отыщем набор какой-нибудь дополнительный. Здесь, пожалуйста. А, нет, специальные, смотрите, специальные боеприпасы. И, пожалуй, нам тут надо провести с вами взлом. Взлом очень простой. Слушайте, ну неплохо. Короче, либо мы с вами берем заряд. Давайте я лучше, наверное, заряд возьму. Либо... Не, давайте все-таки заменим. Я хочу иметь базуку. А можно проще сделать вообще, на самом деле. Вот так вот можно сделать. Все, выкидываем. Ну, а теперь берем заряды. Логично? Логично. Ну, давайте сейчас, наверное, мы с вами еще вот эту пушечку используем. Гаусса. Можно ли сделать с ее помощью что-нибудь интересное, например, с этой турелью? Да, смотрите, очень даже неплохо взрывается. Ну, два противника — это не пять врагов, поэтому можно даже пойти сейчас туда и вступить в рукопашную схватку с ними, попытаться выиграть кулачный бой. Но я не сомневаюсь в том, кто будет победителем. Не забыть, правда, вот про это минное поле, на котором я уже, к сожалению, один раз споткнулся. Так, здесь у нас боезапас есть. Источник энергии. Сефов. Ну что ж, можно было бы подзаряжаться. Итак, проводим взлом с вами. Да, сложнее. Это вам и купол красный с оружием. Так. Ну чего? Не будет рукопашной схватки с этим чуваком. Все, пошел проверять. Тоже стрелял. Сейчас мы покажемся.
Так, это специально. Да, смотрите. Хорошо, это мозговой центр питания. Если я присоединюсь к источнику питания артиллерии, то смогу ее контролировать. Тяжелые какие-нибудь идут, да? Нет. И куда ушли, ребяточки? Блин, не смейте уходить. Отлично. Так. Увидел. Но поздно. Еще есть 4 выстрела. Целых даже 4 выстрела. Прыгай, 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 прыгай сюда, молодец. Идет вроде бы к нам. Все, сейчас здесь его и снимем. Все? О, нет, смотрите, еще живой. Я немножко промахнулся. Его по касательной зацепило. Все, теперь снова пополняем здесь все. И давайте смотреть. Тут бы ничего нам не пропустить интересного. И, конечно, хотелось бы найти комплектик. Комплектик стрел. Думаю, что нам с вами сейчас нужно как раз подниматься наверх. Так, где-то 50, да, получается? Это, походу, десант у нас высадился здесь. Хм, интересно, ну ладно. Сейчас тогда поступаем следующим образом. Сейчас он выйдет, и я прямо ему сажу в голову. Ну да, типа того. Так, видят. Ну чё, кто там меня первый будет пытаться... Ой. Бывает же огорчение-то. Все. Ну вот. И десанту пришел конец. Там все чисто. Везде все чисто. Сейчас посмотрю, может быть, тут боезапас для нашей вот этой просто великолепной пушки есть. Нет, стандартный. Стандартный, увы. Ладно, поднимаемся с вами туда наверх. Эй, почему нельзя здесь? Странно, почему нельзя ухватиться. Но попробуем тогда вот так вот. Отлично. Здесь грены. Тоже опять стандартно все. Я подключился. Артиллерия отключена. Залетай. Понял, пророк. Я в пути. Готовьтесь к разрушениям. Следующий 3А, черт их дери. Так, а транспорт у нас будет до 3. Ух ты! Не, вы видали? Видали, что происходит-то? Ужас какой-то творится прямо здесь. Ой, идут прям все! Слушайте, а может быть они еще в линию выстроятся там для меня? Мне как раз было бы это только на руку, потому что тогда бы я сэкономил бы еще на этом. Ну, кто первый? Давай, запрыгивай. Так, мы сейчас идем к тебе. Вот так вот, бумс. И к следующему. Yes. Ну, вроде бы подманил их, да? Должны сейчас сюда послать. Ой-ой-ой, смотрите, смотрите! Офигенно! Эх, все-таки жаль, что... Блин, критическое состояние. Что-то там засветился у них. На их прицелах. Нет-нет-нет, лучше сейчас режим невидимости. Давайте вот этого верхнего снимем. Отлично. Ну, потому что у него позиция слишком уж шикарная. Так, золотой, золотой, золотой. Куда ты? Куда ты от меня? Не скроешься. Все. С пушечкой Гаусса мы пока на данный момент покончили. Ну, блин, пинч я что-то как-то не переношу. Вообще. Вообще не переношу. Не спорю, что оружие достаточно мощное, если прицельно стрелять. Ну, ладно. Давайте тогда... Попробуем к нему привыкнуть. Ох. Посмотрим, что из этого получится. Слушайте, я тут никаких модулей модернизации не пропустил. Да вроде бы нет. Блин, целых 500... 50 метров. 13% от максимальной расчетной мощности. Белая дыра распространяется в нашей Солнечной системе и считается не случайной. Гравитационное искажение указывает на горизонт менее 10 микрометров. Смотрите, либо вправо пойти, либо влево. Ну, пойдем сюда, в эту сторону. Какая разница?
Блин, блок транспорта нет. Всем частям! Это повстанец Гриф 1-9. Мы сбиты! Срочно нужна поддержка, иначе нас поджарят! Посылаю координаты всем поблизости! Найти сбитый СВВП. О, смотрите, 225 метров. Давайте сюда заглянем сейчас с вами. Да пофигу на энергию. Меня даже пока никто и не обнаружил. Так. Почти уже на месте. А что им требуется? Странно, здесь нет никого из вражеских сил. Будь то Сел, либо Сефы. Посмотрим, что им требуется. А, их просто заблокировало, да, здесь получается? Вытащите нас отсюда! С удовольствием. Спасибо! Куда они мою пушку дели? Ну ладно, здесь у нас специальные боеприпасы есть. Так, берем это. Берем это. Берем это. Взрывчатку, наверное, брать не будем. Все, пошли. 500 метров здесь у нас еще впереди нас ожидает. Придется топать и параллельно давайте... Блин, почему вот не отмечаются вот эти летательные аппараты? Немножко меня это настораживает. Два заряда имеется. Так, может быть, еще по ходу где-нибудь тут можно будет что-нибудь подобрать. Ну, нет, пока ничего не видно. Да, неспроста, мне кажется, они тут охраняют. Так, контрольная точка, чекпоинт, замечательно. Просто великолепно. Так, энергия. Бляха ты, муха, черепаха. Я думал, Сеф. Сеф, новый вид Сефов. Вот, смотрите, мы сейчас к энергии с вами. Вот так. Отлично, и нас сейчас никто не обнаружит. Замечательно. И вот еще у нас есть одна ракета для этих ребят. Так. А что если... Даже не знаю. Но мне бы, конечно, хотелось бы, чтобы он как-то поближе подлетел. Либо застыл в воздухе. Чтобы я мог... Чтобы я мог его снять. Твою-то дивизию. Ну, а как насчет войти в режим невидимости, нет? Вау, отлично, стоишь, чувак. Как вообще это возможно? Ладно. Так, давайте ближе тогда подойдем. Не, ну я должен, просто обязан в него попасть. Ну, отлично. Так, есть смысл вообще дальше соваться? Что тут они не скинули? Аккуратно. Давайте попробуем гауссом бомбануть в двигатель, например. Ух ты, смотрите! А пушка реально убойна даже на их технику. Ой, почти рассыпалась. Почти тварь рассыпалась. Это просто великолепно. Перезарядочка. Ну, придется еще 4 выстрела, по всей видимости, тратить. Прям в центр. Бум! Я! Забомбили. Короче, 6 попаданий. Возможно... Так. А это что там? Там приземление какое-то было, если не ошибаюсь. Офигеть. И турель тут еще у нас. Смотрите, турель активная. Ее нужно сразу перепрограммировать. Сейчас поближе подойдем с вами. Итак, взлом. Бляха-муха, взлом. Ё-моё! Эй! Кто меня там успел запалить? Сейчас бы пипец был, да? Так, что с турелью? Меня вот это вот интересует. Моя маскировка вдруг пропала, друзья. Ну, вроде бы она... Дружественная сейчас. Ну, посмотрим. Да, дружественная. Это хорошо. Так, что это там такое? О, yes! Давайте сейчас подберем. Еще здесь немного ништячков. Давайте посмотрим. Очень простой замок. Раз, два. Вот и все. Подбираем ракету.
Слушайте, может кого-нибудь всадить, кто там меня палил? Блин, самое интересное, что не видно, кто меня пытался попасть. Ну да ладно. А, смотрите, ракеты еще здесь у нас есть. Отлично. И боеприпасы для Гаусса. Хм. Слушайте, нам прям сегодня везет. Хорошо, что не пришлось еще второй корабль ЦЭФ взбивать, десантный. Так. Сел, ты ошибаешься. Сколько здесь боезапаса. Меня, честно говоря, это очень радует. Гляньте-ка, у нас появился транспорт на горизонте. Давайте до него доберемся все-таки. Так, там 169 метров. Не знаю, надо будет проехать, либо пройти. Так, на ручничке, разворот. И попробуем, наверное, мы все-таки с вами сейчас вот здесь заехать. Конечно, не уверен, что что-нибудь получится. Хотя нет, смотрите, получается. Понятно. Так, а если объехать... Сейчас я видел, возможно, ну там вот есть какой-то проезд. Но если что, мы сейчас с вами отключим эту зенитку и просто вернемся сюда. Потому что мы топать... Это что... О май факин гад, друзья. Друзья, это минное гребаное поле было. Черт подери, а. Так, забираем ракету. Забираем спецбоеприпасы. Я уже забыл, как ее надо взламывать или не надо. На нас работает. Да, штуковина работает на нас. Сейчас все здесь соберем с вами. Так. Блин, мины надо эти гребаные сразу отключать. Они вообще не сложные, по сути, но, блин, столько неудобств они доставляют. Просто ужас. Поэтому еще разочек взлом здесь у нас идет. Ну, мы уже знаем, что вы нам тут оставили. Великолепно. Нельзя взять больше. Да вы что, смеетесь? Даже ракеты нельзя взять больше. Ладно, сейчас тогда... Отправим одну ракету вот туда. Вот так вот. Получилось, да. И здесь тогда забираем. Во что-нибудь еще надо запустить. Не в чего. Не в чего, друзья. Сел, ты ошибаешься. Ну вот, а теперь я думаю, что на обратном пути мы с вами как раз таки... Так, что это такое, блин? Нет, это не мина никакая вовсе. А на обратном пути мы с вами как раз и заскочим в то место, где стоял этот автомобиль. И на нем уже... Рванем до следующей точки. Все спокойно здесь. Слушайте, я, по-моему, поворот куда-то в интересное место пропустил. Куда нам вообще, в принципе, надо с вами двигаться.